Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Славная охота». Сегодня очень короткое видео, посвящено оно не чучелам, не патронам, не ружьям, а вещи, которые мало кто вообще посвящает внимание. Именно сумка, а именно рюкзак охотничий. Я для себя нашел одну вещь, сейчас сначала покажу. Вот собираемся с охотой, да? И здесь чучела, маскировка, маскировка себя, сетка. Такие чучела разные. Куда все это собирать? Я долго искал подходящий вариант и нашел, как мне кажется, идеальный вариант для чучел. Сумка от компании Northway. Сейчас я, наверное, прервусь в видео и покажу, сколько сюда влезло. Артикул C100, на сайте Славохота она есть. Она плотная, не протекает, есть кармашки дополнительные. Ну, в общем, сейчас все в действии. Скорее всего, сейчас будет убыстренная съемка, и вы увидите, как в замедленном режиме или убыстренном режиме, сколько туда влазит. Или я вырежу, еще не знаю. Так, поехали. Ну что, в принципе, наверное, собирала сумку минуты 3-4-5, не знаю. Она не до конца забита, так как это чучела, она достаточно легкая. Одел и поспокойненько себе понес. Если надо, здесь есть, соответственно, утяжки. Вот, очень удобно. Стягивается, нужно ее сделать. Очень удобно. Комфортно, влезло все. Реально здесь заселка для 3 человек. Где-то в районе 50 чучел, включая полнообъемные. Друзья, советую сумку. Сумка классная. Я редко что хвалю действительно бесспорно. Вот это бесспорно классная вещь. Еще раз, сумка Northway. Вот, пожалуйста, бренд. Артикул C100. И цена для нее, честно, смешная. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.